Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы вам продемонстрировать снайперскую винтовку Драгунова, точнее, охотничий карабин «Тигр», который был сделан на базе СВД. Главное отличие «Тигра» от СВД – это шаг нарезов. То есть у СВД он составляет 240 мм, у «Тигра» он составляет 320 мм. Изменение твиста шага нареза на стволе дает следующий эффект – увеличение кучности боя ствола. Это происходит с уменьшением шага нарезов и увеличением оборота пули. Однако до разумных пределов. При слишком крутых нарезах пуля будет срываться с них, а при больших оборотах ее может разорвать центробежная сила. Данная модель, та, что перед вами, была подвергнута некоторым модернизациям. То есть, в первую очередь, что было сделано? Был поменен приклад для того, чтобы можно было регулировать. Телескопический приклад, далее пистолетная рукоять для удобного спортивного хвата, оптический прицел POSP белорусского производства с увеличением кратности от 4 до 12 крат. Также были поменены ствольные накладки для того, чтобы можно было установить сошки для стабилизации стрельбы, сошки фирмы Harris. Калибр 7,62 на 54. Эффективная дальность стрельбы с данного карабина составляет от 500 до 700 метров, в зависимости от боеприпаса. То есть вы должны понимать, чем лучше укомплектован ваш комплекс, тем выше будут показатели точности и дальности стрельбы перед тем, как произвести выстрел на сверхдальней дистанции. Первое, это необходимо привести винтовку к нормальному бою. Это и есть пристрелка. В следующем видео мы покажем, как правильно это делать.